нормальная площадка, когда все здесь станут. Слышали? Вот он ездит. О, такие продаются. У нас бобруйские тоже есть. Бобруйские. Принято решение для того, что здесь инфраструктура позволяет в плане и добираться бы удобно, и немаловажно, что этот объект охраняемый, в том числе и камеры видеонаблюдения, потому что этот вид спорта все-таки он как бы травмоопасный. Ну и это решение было принято коллегиально вместе с всеми любителями этого вида спорта в городе Бобруйске. Ориентировочно сейчас заключен договор, и мы ждем поставку оборудования, его монтаж в первой декаде октября.